Всем привет! Сегодня я буду выполнять довольно легкий челлендж. Просто я не могу поднимать банку, которая была сломана мною. То есть я могу взять поднять банку, которую сломал другой бравлер, ибо же просто ее взять с умершего бравлера. Думаю, все легко. А мы будем приступать к видосику. А перед началом видео я хотел вам посоветовать канал Kirita7874. Это его второй канал. Он скоро на нем будет заливать видео. И это будет очень круто. Подписывайтесь на него, он будет очень счастлив. А мы пока что будем приступать к видосику. Короче, вот я прогружаюсь в катку и опа-на, 8 бит. 8 бит, ударю банку, пожалуй. 8 бит, слушай, ты же отдашь мне свою банку? Нет, какая гадина все-таки, 8 бит. Так, продамажил его у меня на четверть заряженного ульта. Так, еще раз попал по броку, у меня чуть-чуть не хватает до половины ульты. А у меня, кстати, есть пассивка на быстрые удары и гаджет. Понимаете, о чем я, да? Так, будем бить по этому броку, он же вроде бы... Блин, у него был гаджет! Вот же капец! Просто капец! Так, никого уже в кустах нет, да? Нет никого. Вы не думайте, я не кустосит, все, я уже вышел из кустов. Ага, никого в этих кустиках больше нету. Будем дальше смотреть, идти... В этих есть кто-то? Нет, нет, нет. О, Роза, Роза трехбаночная, Розетта Петровна. Вот вы не хотите отдать мне свои банки или помочь зарядить ульту? Нет, точно. Пока что побегу сики в поисках Тикита, Тикича. Он ушодит, да, ушодит, ребят. Ушодит наш Тик. Ну, будем его догонять? Думаю, да, блин, он забаррикадировал меня. Гадина, меня заминировали. Так. У меня уже на треть заряжена ульта. О, Тик, привет. Мы ж тебя добьем, да? Добьем. Да мы ж тебя добьем. Все, все. У меня на Тике была заряжена ульта. И ах ты ж робот гадкий. Отстань от меня. Отстань. Меня еще заминировали. Я вообще плохо. Офигеть. Фрэнк. Блин. Я же выживу, да? Блин, медвежуть. Капец, красавчик. Медвежка. Вот понимаете? Топ-3. Это капец, меня просто спас медвежка. И у меня, кстати, опять еще один удар по кому-нибудь, и у меня будет заряжена ульта. Мне бы сейчас, конечно, избавиться от этого гадкого робота. Но сдохни же, ты уже гадина такая. Ну ладно, в яде так яде. Видите ли, я ни разу не ломал банку. И что у нас там? У нас там Фрэнк, нифига себе. Все, это победа. Это победа, ребят. Это первый челлендж, и я победил. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Как только на этом видео будет 15 лайков, сниму челлендж абсолютно без банок.